Общественный контроль за реализацией государственной программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Ремонт многоэтажки по улице Мира 339 под контролем депутатов городского маслихата. Сайран Хамзин, участник проекта «50 лиц партии Нуротан», встретился с жильцами дома и ответил на их вопросы. Репортаж Ольги Загоруйко. В 120-квартирном доме по адресу улица Мира, 339, несколько дней назад начали ремонт по программе «Модернизация ЖКХ». Здесь сейчас меняют крышу, как это сделали год назад в соседнем доме. Материал – профлист с полимерным покрытием. Строители планируют завершить работу в октябре. Говорят, лишь бы не помешали дожди. Еще здесь установят тепловой счетчик, отремонтируют систему отопления, поставят датчики движения в подъездах. Крыша у нас на доме в очень плохом состоянии. Дому уже 31 год и... Большинство, конечно, за программу модернизации. В среднем, значит, на однокомнатную квартиру 3000 тенге, на двухкомнатную 4, на трехкомнатную 5000 тенге. За реализацией программы следит депутат городского маслихата Сайран Хамзин. Он участник проекта «50 лиц партии Нуротан». Неравнодушный к проблемам североказахстанцев. Он встречается с горожанами, отвечает на их вопросы, помогает решить актуальные для них задачи. В ходе ремонта возникает огромное количество вопросов, такие проблемы, как несдача срок. Эти проблемы мы решаем с выездом на место, приглашаем подрядчика, приглашаем технический надзор, председателя КСК и на месте стараемся решить вопрос. Вот как сейчас, например, задержка по срокам сдачи, мы понимаем, что из-за дождя срок сдачи у нас немножко затянется. Стоимость ремонтных работ около 42 миллионов тенге. Такую крупную сумму жильцы будут выплачивать в рассрочку в течение 8 лет. Ольга Загоруйко, Жулдызбек Ермуканов, новости МТРК.